опять оторвался вперед. На этой небольшой машинке, да? Кстати, забыл сказать, передние амортизаторы, конечно, намного приятнее все стало. Работает, спасибо, Саня. Друг помог, спас. Так, Леня сразу на правую мелкую часть. Тут вообще сказочное место, просто. Просто бомбезное. Вот легендарное место. Вот там. Там? Да, идем. Они здесь? Да нет, ты че, иди сюда. Ты сейчас заедешь там. Тут такие норы. Посмотри, какие норы здесь. Это крысы. Крысы или бобры. О, тут накатано, смотри, тут свежие, кто-то ездил. Ну, квадрики, наверное. Квадрики. Ну, вода. Тут квадрики? Вода упала, ну, не глобально. Как-то ну, так, или мне так кажется. А ну, Юлиана, давай пойдем. Да, давай, ты первый. Ты первый иди. Ну, так по чуть-чуть. Давай. По чуть-чуть там. Вдвоем идите. Я не пойду. Да иди, ну, что ты? Что с водой, холодная, нет? Пока не чувствую. О, тут вода не холодная, кстати. Ну вот, дальше я не пойду уже, дальше уже не буду. Вот такая. Градусов около 20, я думаю. Так, иди влево. Да, что-то. Влево иди. Не, вправо. Ну, короче. О! Правей попробуй, правей. Не, ну квадрич где-то ехали. О, вот там они ехали, да? Да, да, вон. Все, ей там по колено. Иди пока за машиной. По щиколотке. Иди, я же тебе показывал, я там ходил, помнишь? По косточку. Юль, правее возьми еще. Да, красиво тут. Там траектория, да, вот так право, потом влево там надо. Едь, Леня, там узнаешь все. Так, какой-то тут верхолаз. Штурман продолжает тут поиски маршрута. Не, там есть, там типа идешь прямо, потом как-то влево и там, ну, типа траектория. Не, это надо приехать сюда. Ну, смысла нету сейчас, мы, нам еще назад долго ехать, а солнце уже невысоко. Поехали назад, чтобы время не терять, еще пока доедем. В общем, в обратный путь. Сейчас все в обратной последовательности. Уже траекторию мы знаем лучше сегодняшнюю. И назад обычно быстрее, но бывает не всегда быстрее, в общем. Сейчас посмотрим. Весло! Весло! Весло, Вась. Спасибо! Хорошее какое! Ну, прибарахлились сегодня мы нормально. Весло есть. Этот неудержимый самурайщик Леня, глянь, не успеваем. Люди не успели глазом моргнуть. Валера даже не успел на голь в рот посмотреть. Он уже валит обратно. Слепой ест волчьи ягоды, как обычно. Едете? Ждет более комфортную машину. Должен пройти, я думаю. Должен, смотрите, как идет четко. И на выходе я бы его толкнул. Не, зацепится. Красавчик. Тут неплохо замесили. Но в эту сторону будет легче. Тут более пологий выход. Ждем наших или сразу на ту сторону перепрыгнем, наверное. Постой, постой. Так, я попробую на коксе. Прохожу. Так, Леня, просто без напряга.
Просто вообще, не напрягаясь. Очень просто. Красиво боком поставил. Она просто поверхность этого, Да я видел, да. Поверх грязи так слеп и пролетела. Лебедка. И тут еще будет. Ого. Давай назад. Вот это я ж ходил в эту яму, проваливался ногами. Все. Да. Да, жестковато тут. Ха. Сейчас посмотрим остальных. Йо, как в стену. Да, патрол не доехал тоже. Лебедки пошел. Тут два джипера ходят, разрабатывают план, как проскочить бы. Чуть не проехал. Так, ну пробует. Ну нормально пролетел. Ну тут уже без шансов. Друзья, серьезный автомобиль тут на старте подъехал. Зацепили вторую лебедку, не хватает одной. Самурай. Там ребята уже ждут очереди. Чуть-чуть не хватало. Чуть-чуть. Есть. Так, ну Чероки. О-хо-хо. Не, ну проехал. По жесткому, но проехал, да. Я бы с клубом по стеклу разбил еще бы. Еще бы раз. 70-ка. Нет. Неправильно. Разгон не тот. О, Руслан прямо на грибочке стоит. Где грибочки? Волчьи ягоды специально для слепого. Ты детей ягодами кормишь? Батя ягоды. А здесь надо оборудовать. Нет.
Один пешеход отстал. Пешеходы. Первые пешеходы пошли в сторону лагеря. Опять за УАЗ лебедимся. Удачно я его поставил. Тут плюс большой, что левая сторона по-твердому идет. Приблизительно на тонну плюс-минус легче патруля. Лебедка наверняка более простая, но ехать, тащить себя легче. Лёня что-то ест уже.